Всем привет, с вами Фокса, и я продолжаю репортажи со своей фермы. Ну, это событие мне не особо интересно. Так, ну что, посмотрим, что выпадет. Сейчас надо собрать урожай, а то у меня помощники работают. Ну и нужно выращивать для корма животных. Знаете, мне, ну, не особо интересно. Так, что здесь? Нужно что-то уже собрать или нет? Я хотела вот за 35 ваучер, но я подумаю сейчас, если я соберу в ближайшее время, то, может быть, куплю. Так, теперь надо посмотреть, что у меня получается здесь. Значит, если я не ошибаюсь, мне надо еще тростник сделать для моего помощника. Так, сейчас посмотрю. Ну, видите, тростника маловато. Давайте вот так сделаем. И надо вот сои все-таки немножко добавить, по-моему, да? Ну, а здесь я вот запущу пшеницу. Так, ну теперь что, можно покормить животных. Ну и надо будет сейчас заняться своими заводами. Я много потратила на жителей города. Был дополнительный опыт, точнее, на посетителей города. Ну и что? Все, пошла я смотреть, что тут у меня производится. Ну, хлеб, по-моему, можно сразу запускать. Так, ну, там какие-то бутерброды мне надо делать. Значит, здесь я когда зарабатывала баллы, у меня забрали вот воск. Ну, надо его восстановить, запасы. Вот что-то мне вот эти накидали. Ладно, я потом этим займусь. Теперь надо смотреть, что у меня здесь. Так. И... Так, и что, все у меня, да, получается? Ну, хорошо. У меня хоть этот помощник сыра наделал. Так, нужно утиные перья будет мне. Ну, понятно, это я немножко позже подойду. Пойду туда в рыболовную зону. Тем более, что сейчас, вы видите, все очень быстро там растет. Так, вот чай у меня точно собирали. В городе чай как-то очень пользуется спросом. Смотрите, всего так. И вот этого нет. Ну, давайте вот так закончим, потом буду делать еще вот эти два чая. Так, ну что, сразу три штуки запускать, я смотрю. Или одну такую. Ладно, давайте я запущу три штуки, пусть мой вот этот помощник занимается сыром. Так, здесь я так запущу. Так, ага, вот два апельсиновых сразу. Два уречных. Ну, вот, видите, тут надо еще кучу всего. Не, ну, кучу чуть-чуть надо будет сделать. Я помню точно, что у меня в городе гамбургеры забирали. Вот и хлеб пошел. Ну и вроде я как бы все восстановлю. Ага, вот такое нужно. Вот еще. Что нет у меня осада. И сколько же мне. Так, давайте посмотрю вот остальные. Не надо, что мне нужно вот, понятно, один сделать. Кукурузный хлеб. Ладно, вот сейчас там освободится место. И я сделаю один кукурузный хлеб, запущу. Так, ну сразу пошло. Так, что еще? Вот надо будет такой. Ой, ой, это тут. В салатном паре у меня куча всего, что нужно сделать. Так, видите, расходуется сыр. Ну что, шоколадные. Давайте я запущу, пусть делают. У меня шоколадок этих полно. Так, а тут, ну вот такой еще. Вот этот можно делать. Вот я и запущу его, пусть зарабатывает звезды. У меня тут еще звезд нет. Да, соус этот
забрали и этот. Так, давайте я посмотрю, что у меня здесь. Ну, это я делаю этот леденец. Ну и давайте я запущу шоколад, допустим, готовится на будущее. Так, свечи, по-моему, здесь у меня уже все есть. Особенно в магазине подарков его разбирают. Ну и сейчас буду смотреть, что у меня здесь получается, не получается. Так, и знаете, что я сделаю? Пока вот про запас один такой суп еще. Так, кофе у меня тут тоже разбирали, насколько я помню. Ну вот, потом еще одну запущу. Так, а вот время я даже не знаю, надо попроверять. А, видите, вот у меня нужно сделать два апельсиновых. Ну и давайте я запущу его, чтобы было всех по 11, да, получается у меня. Ну. А яблочных почему-то у меня. Чего я делаю, я уже не помню. Ну давайте я буду сделать, чтобы у меня было по 12 варенья. Так, ну вот тут, наверное, у меня сейчас будет. Вы знаете, как-то и не сильно что-то разобрали. Ага, сейчас посмотрю. Ну, давайте я сделаю вот так. Это сделаю, чтобы проверить, как сок. Ага, видите, вот сразу хлеб пошел. Как я быстро его сделаю? Сколько? Вот тут хватит пока этого хлеба. Я вот запущу про запас кукурузный хлеб. Проверяем. Апельсиновый, виноградный, ананасовый. В общем, все нужно делать. Так, я думаю, может потом про запас делать по 12. Ну, я посмотрю сейчас, как у меня будет занято. Так, надо золото насобирать. Ну, у меня тут, конечно, есть больше вот работы, посмотрите. Сейчас запущу. В общем, это надолго. Час 40 делается. Вот у меня сколько уже. Ну, проверяю, что здесь. Ну, что, запущу пока из хлопок. У меня будет. Понятно, что у меня сейчас перьев нет утиных. Я сейчас тут не буду делать ничего, но вот здесь вот надо кое-что мне будет сделать. Так, ну это ну, сыр же будет, простите, сколько у меня стало сыра? Два, ну я не знаю, подождать пока. Так, может этому надо помочь, а что он там делает? Масло, да? Не, делай сыр, я тебе его сейчас сюда накидаю. И, пожалуйста, делай сыр. Так, ну здесь вот помидоры можно жареные сделать. Ну, по-моему, как раз я ими и займусь, потому что все остальное у меня вот уже готово. Значит, так, помидоры. Ну, я делала так, что их у меня 8 было. Я не посмотрела, ну да, здесь все. Ну, тут он пусть разбирается, я тут ему мешать не буду. Ну, раз пока у меня есть свободный сыр, я вот так вот сейчас и сделаю. Все, вот видели, даже мяса у меня мало осталось. Тоже пусть мои вот эти помощники занимаются, развлекаются. Так, ну что, вот вроде все здесь проверила, собрала. Ну и буду с вами прощаться.